В Китае шестеро мужчин заживо сварили редчайшего аллигатора, и весь процесс приготовления сняли на видео. С особенным чтением кулинары садисты запечатлели агонию этой бедной рептилии. Уху из аллигатора мужчины готовили прямо на улице, на глазах у всех соседей. А видеозапись потом выложили в сеть. Увиденное, конечно, всех шокировали. Сразу написали жалобу в полицию. Через несколько дней преступников нашли. Теперь всем шестерым грозят длительные тюремные сроки.